Эй, на связи Фоди, как всегда. И в сегодняшнем ролике я вступил в правительство. И у нас начинаются будни правительства в организации правительства. Ну что, ребят, ну а мы поехали. Перед началом ролика хочу вам сказать про лучший промокод Фоди, который тебе дает крутые плюшки. Перед началом заходим в меню. Потом на кнопку промокод. И тут вводим промокод Фоди, который дает тебе гелик, и после 5 уровня получаешь 30 тысяч и сильвер VIP на 7 дней. Так что не пожалей и выводи промокод Фоди. Так, ребят, после собеседования у меня заместитель губернатора принимает устав и наручники. Сначала начнем с наручников, наверное, да, потому что с наручников будет легче, потому что я все вбил в тикпан, так что я просто пишу единицу, и у меня сразу открывается все. А вот устав нужно будет смотреть в Дискорде и писать. А, реально, удобно. Что сказать? Удобно. Тикпан. Если вы хотите ролик про тикпан, то пишите в комментариях. Я, конечно, сниму, как пользоваться текспандом и как его скачать. Очень просто, и можно быстро отыграть РП. Так что, ребят, пользуйтесь текспандом. Сейчас я быстро отыграю РП, потом сдам устав ему, заместителю губернатора, и все. Будет круто, круто, крутяк. Так, наручники в руках, и последние. Так. Наручники в кармане. Ой, это и да. Все, я сдал устав. Ура! Все, ребят, я сдал устав и наручники. Теперь подаю заявление на второй ранг, ребят. Ну что, все, я подаю. Мне одобрили. Это спойлер уже. Мне одобрили, меня повысили, так что все. Спасибо за просмотр. С вами был я, Фоди. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, вводи промокод Фоди. Он работает на всех серверах. Я играю на 29 сервере. Все. Ссылка в описании на лучший проект Град Мобайл. Пока-пока.